энергия без решимости будет потрачена впустую. Множество людей обладает огромным количеством энергии, они буквально переполнены ею, и все же им недостает концентрации, позволяющей направить силу в нужную точку. Энергия не такое уж редкое качество, как можно подумать. Вам достаточно оглянуться, и вы непременно найдете среди своих знакомых тех, у кого ее с избытком. Но все ли они успешны? Конечно, нет. Почему? Потому что они постоянно теряют энергию. Тут, потому что валяют дурака, там, потому что бестолку мешкают. Такие люди способны потратить весь свой день на какой-нибудь пустяк, зря потеряв при этом много времени и нервов. Им попросту не удается направить волевым усилием энергию к желаемому результату. Непобедимая решимость – вот что по-настоящему важно. Сила этих слов будоражит вас, правда? Если у вас есть дело, идите и делайте его. Вам следует упорядочить вашу энергию, а затем направить ее и вести силой воли. Наделите свою энергию непобедимой решимостью, и у вас все получится.